руки в кровь. Разрывались облака под моей уже не твердою ногою, как всегда, забывая то, что никто не забудет вновь. Почти в том составе, в котором когда-то играли, немножко тут совсем все по-другому, но ничего. Давненько мы все эти песни не играли, уже 100 лет почти, а с нас еще 500 не сыпется. Глаза в глаза мечте. И снова
снова начинать себя искать опять. Где-то там и я иду к тебе сквозь сумрак вечных грез и мое море звезд. Коснется твоих слез. Над водою и рассвет окутал пеленою небосвод зарей золотой. Ушла луна, искрясь, сверкая утренней золотой росой. Шумит, не хочет верить огня, что эта ночь опять была простой обман, как туман. Но я иду к тебе сквозь сумрак вечных грез и мое море звезд. Коснется твоих слез и только я. Уешь огня, оставлю все мечты. Загадочного дня. Повсюду здесь, там сжигают мосты.
окунулся в пустоту. Убегай, убегай, закрой свою дверь. Убегай, убирайся отсюда скорей. Убегай, убегай, закрой свою дверь. Убегай, убирайся отсюда скорей. Я 100 лет на ней не играл.
Тем более он такой хороший. О, здорово. Мы всегда эту песню играли. Так вот вдвоем. Правда, Саша все время играл один на гитаре. А я просто пел. Но сегодня мы споем под эксклюзивом. Бегущей воды судьба, за окном только ветровой. Одиночество праздник мой, оно обнимает меня, ласкает оно, как змея. Объятья его холодны, как бред и предчувствие слез весны. И душа словно дым без огня. Я уж давным-давно самим собой в разлуке. Как найти себя? Как узнать себя? За окном только ветра стон, одиночество бледный сон, одиночество тема тьмы. Мир во время чужой чумы, оно верный путь в никуда. Изгнание из никогда. Оно как вина без вины, как мира мираж после дождя. Я уж давным-давно самим собой в разлуке. Словно дым без огня. Я уж давным-давно самим собой в разлуке. Друзья, спасибо большое, это была группа «Апатия». Спасибо большое, что все сегодня собрались. Спасибо. Было приятно. Александр, секунды буквально, экспром. Да. Хотим от лица всех, кто сегодня участвовал в этом концерте, вот в этот момент группы «Апатия», или как она сейчас называется, поблагодарить человека, энтузиазм которого не угасает, Петр Желтухин. Тебе спасибо большое. Независимо от всех перипетий, все живут в разных городах, он собрал сегодня всех на сцену. Большое тебе спасибо. Ура! Действительно, это уникальное сегодня происходит событие. Сегодня группа «Апатия» вновь с нами и вновь выступала на сцене. Я мечтал увидеть на сцене Дома молодежи эту группу в этом составе, и моя мечта сбылась. Но это одна из многих мечт, которые образовывались у меня, пока проходило вот это вот рок-20-летие наше.
Спасибо, группа «Апатия», что вы сегодня собрались. А я сейчас хочу рассказать тем, кто в зале, и тем, кто находится у своих телевизоров, чем знаменита для нас группа «Апатия» не только как группа, но и как тот центр, который стал ведущим центром притяжения для музыкантов и организаторов концертов, и для тех, кто ходил на концерты в самом конце 90-х годов и, конечно же, в 2000-е, в начале 2000-х годов. Итак, давайте, пожалуйста, посмотрим еще один небольшой видеоролик. Пушкинская рок-академия представляет церемонию награждения премии в области рок-музыки «Надежда года». Все тот же клуб «Вымпел» стал взлетной площадкой еще для одной организационной инициативы, которая объединила музыкантов в конце 90-х годов. Все началось с того момента, как в клуб зашел посмотреть на жизнь его постоянных обитателей курсант военно-морского училища Максим Гвоздев. В тот момент у них в училище набирала силу музыкальная курсантская группа «Апатия», в которой Максим пел. Кстати, у музыкантов этой группы были проблемы из-за столь депрессивного, как казалось, командованию названия. Но ребята его упорно менять не хотели, потому что в тот момент уже активно начинали играть в питерских клубах и даже начинали обретать некоторую известность в клубных кругах. Встреча Максима Гвоздева и Петра Желтухина в клубе «Вымпел» привела к частичному слиянию групп «Сансара» и «Апатия» и возникновению сообщества, базировавшегося в клубе «Вымпел» и называвшего себя «Рок-объединение Апатия». Это сообщество превратилось через несколько лет в фонд «Творческие ресурсы». Это объединение ставило перед собой все те же цели, что и предыдущие поколения музыкантов. Свободное музыкальное творчество, возможность репетировать, выступать, записываться, проводить фестивали. Благодаря тому, что лидеры этой организации точно знали, чего хотят и как этого добиться, за время активной работы фонда в городе Пушкине произошло очень многое. Но, пожалуй, самой главной заслугой творческих ресурсов стал первый в нашем маленьком городе большой и регулярный рок-фестиваль «Пушкин Драйв». Начавшийся с концерта в Пушкинском доме культуры, он уже довольно скоро шагнул на центральную для Царского села площадку – на ступени кинотеатра «Руслан». Впервые в центре города звучал рок во всей своей красе и мощи. От года к году фестиваль рос и развивался. К основной рок-площадке добавилась площадка для модного тогда велотриала и площадка для диджейских выступлений. Своего пика фестиваль на центральной площадке достиг в 2002 году, когда на сцену вышла тогда сверхпопулярная группа «Психея». Этот фестиваль надолго запомнился всем, кто на нем побывал. Пушкинская рок-академия представляет церемонию награждения премии в области рок-музыки «Надежда года». Ну вот, собственно говоря, и то прозвучало то, что я хотел сказать. Группа «Апатия» не только играла музыку, группа «Апатия» делала концерты, делала фестивали, фестивали в Царском селе. И, возможно, многого не произошло бы в этом городе, если бы вот это содружество не сложилось. Оно сложилось, и вот первая громкая акция фонд, того, что стало потом называться фондом «Творческие ресурсы», пришлась на 1999 год. На стыке двух веков, на стыке двух тысячелетий произошел этот творческий союз, от которого последовало много интересных событий. Я прошу свет на сцену. Я прошу на сцену выйти Максима Гвоздева и тех, кто... Да, по сути дела, вот вся группа «Апатия», все это
Фонд «Творческие ресурсы» – тот, та самая организация, которая сделала для нас «Пушкин Драйв», а «Пушкин Драйв» сделал все остальное, все, что за этим следовало. Итак, на нашей сцене фонд «Творческие ресурсы», «Надежда года» 1999, «Хрустальное яйцо» от Дома молодежи «Царскосельский», в память о том, что складывало историю рок-н-ролла за это 20-летие, диплом от пушкинской медиагруппы, ну и комплект струн для гитаристов от администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. Спасибо вам, ребята, за то, что вы смогли преодолеть все, что вас разделяло в эти годы, собраться вместе, выйти на сцену. И ваше выступление сегодня было очень ожидаемым.